вагонетки. Теперь нам нужен кастинг. Хватит уже. Черт. Противник убит. Эту часть моста мы отбили. Скорее, нужно спасти лорда Гастингса. Нужно вызволить Гастингса. Я вас прикрою. Лукан и Крейна, давайте. Тащите его, когда я скажу. Поняла. Готовы? Тяни! Порядок! Отступаем ко дворцу! Дрейк, куда вы? Закончить начато! Сейчас не время для мести! Придите в себя! Грейм, стойте! Черт! Один рыцарь прорвался! Ублюдки. Да! У нас есть стражи в этом районе! Старлук, это Страж 3. Мы в одной лиге с севера от Вестминстерского моста. Страж 3, разыщите сэра Галахада и не спускайте с него глаз. Вас понял, мэм. Один из них идет сюда! Лорд Гастингс у нас! Кто-нибудь видит меня? Да! У нас есть стражи в этом районе! Старлук, это Страж 3. Мы в одной лиге к северу от Вестминстерского моста. Страж 3, разыщите сэра Галахада и не спускайте с него глаз. Вас понял, мэм. Черт! Один прорвался! Держите его!
даже в этом районе. Старлуха, это Страж-3. Мы в одной лиге к северу от Вестминстерского моста. Страж-3, разыщите сэра Галахада и не спускайте с него глаз. Вас понял, мэм. Один сюда, второй направо! Давайте живее! Страж-3, нужна поддержка! Мы уже на подходе, сэр Галахад. Вас понял. Прикончите этого рыцаря! Грязные твари! Сэр Галахад! Мы обнаружили к востоку от вас оружие на передвижной платформе. Похоже на ручную пушку. Вас понял. Сэр Галахад, к вам приближаются повстанцы. Я готов. Страж-3, не смейте его упустить. Есть, мэм. Дрянь. Я прикрою.
Галахад, повстанцы отступают. Солдаты королевской армии уже на подходе. Они обеспечат защиту. К черту армию. Это моя битва. Сэр Галахад, принцип командор требует, чтобы вы прекратили бег. Сотрудникам, не приближайтесь к восточной оконечности Вестминстерского моста. Мы наблюдаем интенсивный артиллерийский обстрел. Это прямой приказ. Отставить! Галахад, что вы делаете? Придите в себя, возвращайтесь во дворец! Где индианка? Где она? Где она? Где? Отвечай! Отвечай! Бывает, Чапели. В борделе. Где сэр Галахад? Леди Игрейна, сэр Галахад на восточном конце моста. Не теряйте его из виду, мы идем к нему. Эй. Да стой! Стой! Хозяин, налей! Налей, не слышишь?
Абсента! Что вызывается? Что пытаетесь утопить? Горе или свою глупость? Ничего. Я ждал, когда явитесь вы. И? Мне нужны ответы. Ответы? Поэтому вы убили моих бойцов? Вы сеете за собой смерть. Не станете говорить, вас ждет та же участь. Уж простите, ваше предложение мне неинтересно. Я очень не люблю угрозы. Тогда вы мне бесполезны. Как угодно. Какая враждебность. Похоже, вам пригодится вот это, рыцарь. Черная вода. Откуда она у вас? Предлагаю временно объявить перемирие. Абнахатаре нечекаро. Деви. Если вам так спокойней, можете оставаться при оружии. Но вам ведь нужна я, не она. Думаю, надо поговорить. И лучше всего с глазу на глаз. Оставь нас. Мы будем говорить наедине. Займись делами в Блэквилле. Апка Хукумрани. Вы хотите отомстить за своего друга Мэлори? Не смейте произносить его имя. Его предали. Вас всех предали. Предали? Кто? Ваши хозяева. Ордену рыцарей никто не хозяин. Даже королева. Вы империя лизоблюдов, которые присмыкаются перед объединенной индийской компанией. Придержи язык, женщина! Ваша славная корпорация распространяет ту самую заразу, которую вы поклялись искоренить. Бредни, фанатички. Вы не там ищете врага. Мы боремся с одним злом. С какой стати мне верить мятежнице? И убийце? У нас много общего. Нет у нас ничего общего. Разве смерть вашего друга была напрасной? Хватит! Дайте мне повод не убивать вас! Есть вещи хуже смерти, рыцарь. Много хуже. И если это моей смерти вы желаете, так и быть. Моя смерть – вполне приемлемая жертва. Вы отрицаете, что пытались убить лорда Гастингса? Он заслуживает смерти, как и все его подлые сообщники. И вы ждете, что мы будем сложа руки смотреть на вашу кампанию террора? Все не то, чем кажется. Компания умеет хранить секреты, даже от Ордена. Какие секреты? Нет времени на игры! Вряд ли мои слова смогут вас убедить. Но я могу показать вам то, что даст ответ на ваши вопросы.
Ответ ждет вас в доках компании в Блэквилл-Ярде. Нужно спешить. Если вы солгали,